7Q видосов не было очень долго, больше месяца. Сори за эту штуку. Теперь видосы будут выходить почаще. Я постараюсь, чтобы хотя бы раз в неделю был видосик. У меня были небольшие проблемки с учебой, которые приходилось сейчас решать, но все закончилось, все прекрасно, все замечательно. И теперь давайте расскажу, что будет происходить. У нас, короче, за 2 месяца закончилась вся учеба, и теперь я вернулся домой из общажки и буду снимать для вас видосики, писать биточки, все делать красиво. Но если я не выкладывал видосы, это не значит, что я просто впустую тратил время. Мы пока у нас были занятия, там спокойно на парах сидели, продавали биточки, и этот месяц он просто какой-то фантастически вышел. То есть, когда я делал 1000 баксов на битах, у нас там получилось что-то, ну, не очень много заработать, да? Но если в этом месяце мы делали эту рубрику, то просто эту 1000 баксов мы закрыли бы за 4 дня. Вот, короче, все пруфы сейчас там на экранчике где-то тут появились. Пруфы того, что мы за этот месяц подняли соточку, ну, 100к в рублях. И благодаря как раз этим деньгам у нас сейчас есть возможность достроить, типа, студию, да, докупить все необходимое. То есть я купил стоечки для мониторов, звукоизоляцию, сейчас будем клеить ее, сейчас вам покажу чуть позже весь этот процесс. И, короче, вот фотка комнаты, я просто приехал домой, сразу сфоткал, вот, короче, комната до. Сейчас покажу, как она будет преобразовываться постепенно, пока мы делаем из нее студию. На 2000 подписчиков я обещал конкурс, но уже 2250. Всем большое спасибо, кто подписывается. Я реально очень ценю тех людей и благодарен им, кто спрашивал, когда видосы, там, не умер ли я, что случилось и все такое. Это реально очень приятно. И вот я запускаю конкурс, он будет немного в другом формате, не такой, как до этого. То есть теперь вы мне будете присылать лупы, а я уже отберу, если мне какие-то понравятся, то, во-первых, все условия конкурса я напишу в группе ВК, так что заходите, в описании есть ссылочка, там читайте все подробно. Вот. А так, вкратце объясню, в чем будет суть. Я вам сейчас дам почту, вот она, и еще потом в посте она будет тоже прикреплена. На нее вы скидываете лупы. Ну, мелодии, короче, да. И вот из них я выберу самый лучший лук, который мне больше всего понравится. И победитель получит 500 рублей. И еще, короче, у нас будет один победитель, но это не значит, что я ничего не сделаю с вашими лупами. То есть, мне может, например, понравиться 5 лупов, и все из них я возьму и сделаю биты, выложу на свой канал, на свой BeatStars, то есть везде выложу их на продажу, и прибыль сделаем с вами 50 на 50. Если какой-то бит продается, то мы прибыль будем делить 50 на 50 с вами. Присылайте, пожалуйста, лупы, вот, которые подходят мне по стилю, да, то есть я не хочу делать биты на лупы, которые мне не нравятся, поэтому вот присылайте в стиле Rod Wave, Туси, гитарные, пианинные лупы, чтобы я мог с ними потом что-то делать, потому что я как бы всегда делаю в основном в таком стиле. Мне очень нравится, и все знают, что это мой звук, и приходят за ним. Всем большое спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки и пишите в комменты, о чем вы хотите, чтобы я вам рассказал, потому что сейчас мне нужны ваши идеи как никогда, чтобы я знал, какой контент вам интересен и что снимать дальше. Пока у меня есть время, я буду снимать для вас видосики. Все, всех обнял, всех до скорых встреч, всем пока.